Обычная игра, Darkness 0, погнали. Здорово, Псидон. Пока что игрушка прикольная. Я понял. Ну, здесь надо регенерацию найти каким-то образом. Самое главное. Ну, а, они умирают с одного выстрела. О, магнетизм. В принципе, мы с дробовиком, нам магниты не горят. Обязательно берем максимальное ХП для того, чтобы как можно быстрее получить регенерацию. Пока что с уроном по времени. С дробовиком-то, я думаю, на ранней стадии не сложно. Дробовик прикольно, наверное, зайдет нанесение урона в этим в радиусе с... чеснок, короче, местный. Скорость снаряда. Ох, разброс. Может быть, разброс на дробовике, это хорошо. Чекай синергии сразу, чтобы на старт, со старта их выходить. Так, беглый огонь что нам даст? Плюс один к магазину. Какие-то резиновые пули. Друг-призрак, мы не смотрели дракона. Давайте в этот раз попробуем дракона. В самом начале предлагают дракона, попробуем открыть дракона. 3 минуты ему еще жить. В прошлый раз я не захотел, у нас в ТФТ драконов хватает. Урон отличный, кстати, пока что. О, проблема будет сейчас с вот этими взрывашками, да? Или не будет? Скорость бега, темп стрельбы. Дополнительный снаряд. Или гиганта для того, чтобы дойти до регенерации. Возможно, это была ошибка, я сейчас солюсь. Давай. Скорость бега нужна. Посейдон, ну потому что это популярный жанр. Новый популярный жанр. Что вышло, в то играем. Старый дракон. Ваш дракон получает 8 урона каждые 60 секунд, даже если он все еще находится в яйце. Чего? Ваш снаряд наносит дополнительный урон в количестве 10 от урона вашего дракона. Дрессированный, скорость атаки увеличивается. А в чем прикол получать дракону урон? Типа он быстрее стареет, быстрее. Каждые 60 секунд. А, ну короче, он растет, да, он качается и растет, я понял. А, 8 урона, дополнительный урон, да, все, я понял. Не он урон как пет получает, а просто будет больше дамажить. Я что-то, да. Нам явно нужно мощный выстрел сейчас брать. Прям супер нужно. Кстати, магическая линза звучит прикольно. Для дробовика отброс прям хорошо звучит. Очень. И, ну, и урон, конечно, тоже. Вообще, дробовик почти как будто не отбрасывает. Так что по факту просто урон вкачали. Ну, ничего страшного. Кто там просил синергии глянуть? Смертоносный заряд, боеприпасы, жнеца и легкие снаряды. Плюс 10 урона. Вот это нам очень нужно на самом деле. Надо понять, что такое боеприпасы, жнеца. А легкие я уже взял или нет? Мастер-оружейник обязательно. До этого как-нибудь дойдем. Раз в первый раз дошли, значит и во второй дойдем. Во всеоружии мощный выстрел, беглый огонь. Мини-обойма. Минус 666 магазин, перезарядка плюс 100. Круговой обстрел, свежая обойма. Ничего не понятно. Перегруз, мастер призыва, мстительный призрак, плюс двойное оружие. С драконом еще нет, осада, раздвоение. Плюс бега еще минус 2. Жесть какая.
Поджигатель звучит бесполезно. Дополнительный выстрел. Но это всего лишь плюс один снаряд. Но урон минус 10. Это говно. Это гов... А может нет? Раздвоение снаряд плюс один. Зато удваивает количество снарядов. Удваивание с дробовиком. Это супер круто будет в итоге. Сейчас, конечно, будет чуть слабее. Блин, меня дракон пока пугает, яйка. Она такого же зеленого цвета, как и эти ктулхи. Мне не дают добраться до туда. Оп, надо перестать стрелять и просто пробежаться, собрать опыт. Так, бешенство. Урон на 15 секунд, на 50%, когда... Ну, это, кстати, потом может затащить. Мне кажется, линза звучит отлично. Плюс 30 к урону и размеру. Бонус увеличивается вместе с уроном призыва. Честно говоря, в этот раз без щита. Он нам не нужен. Попробуем взять магическую линзу. Не в ту сторону она немножко светит. А вот теперь в ту. Ау. Регенерацию я еще не нашел. Ой, я, по-моему, первый раз их подпустил к себе, да? Ктулха! Ктулха идет, ктулха. Прошедший через линзу поджигает врагов. Говно, что здесь еще? Магическую линзу снаряд рикошетит еще в двух. Большой выстрел. Это то, что нам нужно, чтобы... Это плюс одно пронзание, но это для револьвера было хорошо, а так... Это те самые боеприпасы жнеца. И останется еще что? Легкий, по-моему, выстрел какой-то, да? Темп стрельбы минус 16, размер урон. Ну, плюс урон для дробаша, наверное, все-таки да. Берем вот это и пытаемся в боеприпасы жнеца выйти. Опасно. О, дракон! Ура! Они все горят. Не знаю, чего. Дракон, видимо, поджег, да? Ну, старый дракон. Наверное, надо было в него прям сразу выходить. Прошедший через линзу снаряд рикошетит. Круговой оборот. Поджигатель, призрачный друг. Блин, ну... Ваши снаряды наносят доп. Урон от урона дракона. На самом деле надо. Еще не супер поздно вроде бы. Наверное. Все, сундук есть. А, больно. Почти. Почти больно. Каким-то образом пережил. Сундук. Получая урон, перманентно увеличивает скорость стрельбы и перезарядки на 10. Сейчас бы регенерацию такие получить. Все-таки, да? И потихоньку начать регенить хп. А для того, чтобы вот эту открыть, надо оба перка взять или нет?
Вроде, ну, нет, наверное, не знаю. При смерти 3 снаряда на 10% урона, снаряды с 50% шансом поджигают врагов, перезарядка, ловкость рук, а это что? Свежая обойма, убийственная обойма во всеоружии. Обязательно нужен для чего-то там. Темп стрельбы плюс 5. Говорят, один достаточно. А вообще, да, один, да, я же уже, в принципе, это чекал, ну вот у меня... Что есть? Не, наверное, один. А, ловкость рук берем. Это точно нужно. Стоп, а, сундук. А, из сундука, да, выпали какие-то награды. Опыт. Вот этот я в прошлый раз скипнул, видимо, да? Ну, потому что от него приходится быстро убегать. Блин, ты, я только убил дракона. У этого Ктулху. Фак. Скорость бега, темп стрельбы, прицеливание. Дополнительный выстрел за спиной. Мне бы, конечно, раздвоение, но... Хочу скорость бега взять. Мобов накопилось. Пока пытаюсь босса убивать. Где реген? Дайте мне реген. Щит, дракон. Боеприпасы жнеца. Пронзание плюс один. Урон от снарядов. Снаряды пронзают. Да они и так пронзали. Палящая скорость. Поджигает ближайших врагов. Что здесь еще есть? Увеличит макс урон скорость бега. Каждые 10 секунд. Эффект раз при получении урона. Мне вот беги и стреляй нужен, конечно же. Боеприпасы жнеца мне нужны для чего-то там. Для синергии какой-то. Чтобы она выпала. Легкие снаряды. Я вот не уверен, взял ли я уже легкие. Бешенство не берешь, вот тебе не падает реген. Так нет, я что? Я уже взял размер. Я уже взял размер. Оно же уже должно начать падать. Я же поэтому и спрашиваю, как это работает-то? Ау. Внезапно лока закончилась зона. Здесь другие какие-то факты будут. О, стреляющие пошли. Урон призыва, скорость атаки призыва, перезарядка плюс минус 50. Ай, жесть. Книга эластичности. Рикошет плюс 2, урон минус 2, минус 1 макс УЗ. Том сила. Урон снарядов, размер снарядов, пронзание, темп стрельбы минус 25, минус 1 УЗ. Том сила. Сразу этот левелап еще один. Сжигающая линза звучит как говно. Магнит. Вообще как бы надо. Рикошетит от врагов. Размер меньше вдвое, жесть какая. Я думаю, что мы берем магнит. Урон, это круто. О, что-то не дошли до меня мобы. О, сколько опыта, кстати, валяется. Ау, что там мобы делали? За деревом прятались, видимо. Ходи и стреляй. О, регенерация, ну ты, блин, вовремя, спасибо. Ну, хотя бы так, заодно мгновенно сразу же одну восстановила.
дракон еще. Вот сделали бы питомцев хотя бы другого цвета какого-то. Они же пугают. Типа, у них размер такой же, как у врагов. Надо впервые рикошет попробовать. Я пока не знаю, что он делает. Что он мне полезен будет. Каким-то образом. Вот, видите, я не взял бешенство, но регенерация все-таки пришла. Прицелим убийца, проникновение снайпер. Бывает врагов, здоровья которых ниже 20. Перезарядка, радиус под... Во, давайте перезарядку попробуем, кстати. Через радиус подбора взять. Может, на дробовике тема. Будем больше выстрелов делать. Ну, кстати. Очень даже. Как оказалось. Беги, стреляй, супер нужен. Дрессирован дракон, это скорость атаки. Наверное, скорость атаки не буду ему брать. Я просто хочу третий уровень взять, чтобы самому быстрее больше урона наносить. А, чуть урон не получил. Тот самый ад, когда мобов стало слишком много, а я с ними почти не справлялся по урону. Ах. Вот этот ад. Регенерация прокнула, хорошо. Скорость атаки, беглый темп стрельбы, раздельный, за спину. Давайте попробуем. Вот она, связь с драконом. Я уж не знаю, насколько много у моего дракона урона, но... Дополнительные какие-то 4, что ли? Просто живу на линзе. Это что сейчас было? Каждый второй выстрел молнии, мне бы еще восстановление патрона, когда молния стреляет теперь дополнительно. Радиус подбора надо увеличивать, потому что он мне очень... А, во, магазин плюс 2. Отлично. И убийство на обойму суперсильное, очень важно. Жесть. Еще радиус подбора, чтобы поднять сферопта, увеличить скорость бега. Вот это мне может быть даже ошибкой, не знаю. Увеличить урон снарядов на 1 секунду после перезарядки. Но я... А я теперь не перезаряжаюсь, походу. Это, я теперь восполняю снаряды. Так-то. Беглый огонь МБ. Блин, ну вообще может быть. Там в Рунтере проблемы с озвучкой чемпов пофиксили. Да блин, идите нафиг. Ну и чё теперь, в неё играть что ли? Какой пот? Короче, мне нужно электричество. Линза крутится, дамаг мутится. Хорошо. Линза-то в итоге хороша. Нужны ли мне резиновые пули? Я все еще их не пробовал. Не знаю. Перезарядка. Вот, я хотел молнию. Восполнить снаряд, вернее, а не перезарядка, да. Я хочу подзарядку попробовать еще взять.
Да дурацкое дерево. Я не знаю, может все-таки крутить мышкой немножко. Давай мастера-оружейника. Регенерация, ура! Бля, там что-то опыта дофига. Лежит вон справа. Собрать. Дракона уже явно поздно. Скорость снаряда точно не нужна. Радиус подбора и поднятая сфера ускоряет. Так, это хорошо было, когда врагов было много. Мой билд. А теперь что делать? Как дамажить, как перезаряжаться, как какать. Нормально вроде бы. Да дурацкое дерево, иди в задницу. Деревья худшие враги. Он не наносит, но при этом толкает так, что на самом деле наносит, да? Конечно, надо назад вернуться, там, скорее всего, где-то должно быть дофига. Опыта. Блин, ну вообще, может, нет. Да, вон он. Босс. Что происходит? Электрожук. Призывает жука, бьет молнией двух ближайших врагов. А когда он бьет молнией, он будет мне восстанавливать патроны? Осколки при смерти. Легкие. А, да, темп стрельбы, магазин, скорость. Звучит неплохо. Это те самые для этого. Для усиления мне нужны. Ну, на самом деле... Все. Урона нет. Ну, через линзу только. Как сейчас бить этого босса, когда... Жалею, меты, кроме анлокаблов, нету. Или я ее еще не открыл, потому что надо один раз выжить как-нибудь, не знаю. Не может не быть. Я что-то ничего же не вкачал, может, я ее просто не увидел, где она была. Так только анлокнул что-то. Без мета играем. Это тоже весело, конечно. Но нет. Все, когда приходится убегать от мобов, просто опыт теряется жестко, поэтому... Короче, поехали. Нет, отстой идея. Если возвышать, да про возвышение я понял. Спасибо. Пылесос какой-то получился, а не дробовик. Ну, кстати, нет, план все еще работает. У меня, правда, один хп.
или не один. А, это дерево меня толкнуло, да? Жесть какая, смертоносный заряд. Не наносит на 10 больше урона, ура! Минус один максимальное, да? Что такое максимальное ХП? Опять возле дерева кручусь, и когда-нибудь оно меня толкнет. Мне кажется, мне еще какие-нибудь выстрелы за спину нужны. А, нет, просто доползли. F. Окей, ладно. Посмотрели нового персонажа с дробовиком. Неплохо. Не, пока весело. Время сколько? 14:26. Играть.